В музейно-выставочном центре открылась выставка «Арт-прорыв 2021». Свои работы представили 60 авторов художественного объединения «Перекресток». В экспозиции произведения, выполненные в самых разнообразных жанрах и направлениях: живопись, графика, витражи, батик, куклы, игрушки, кованые и ювелирные изделия. Увидеть работы может любой желающий, вход бесплатный. Кроме того, для всех гостей подготовлены специальные мастер-классы. Тему продолжит наш корреспондент. Уже не первый год «Арт-прорыв» собирает талантливых художников из Твери и других городов в одном месте. Калейдоскоп невероятных ярких работ различного направления представлены на выставке. Это живопись, графика, витражи, батик, куклы и многое другое. Здесь очень много художников, более 60 авторов из Твери, это Московской области, Тверской области, по-моему, даже Псков у нас есть. Но работы вы сами сейчас все увидите, тут и живопись, и графика, акварель, очень много декоративно-прикладного искусства, много красивых вещей. Мне кажется, что все должны быть в восторге. Такое разнообразие действительно радует глаз. А что самое важное, с каждым годом выставка знакомит зрителей с новыми именами. К нам присоединился известный художник Михаил Бровкин, он из Подольска, выпускник нашей Венециановки. Мы очень рады, что он с нами. Принимает участие Виктория Воеводина, что нам очень тоже радостно. То есть на этой выставке большое количество членов Союза дизайнеров России, членов Союза художников. То есть для нас это очень радостно и приятно. Уровень мастерства художников самый высокий, а каждая работа неповторима. Каждый художник, делая что-то, имеет в виду вот это вот окружение и понимает, что надо поднять свою личную планку именно так высоко, чтобы просто-напросто либо заткнуть всех остальных художников, либо быть как минимум на уровне. Одним из участников выставки стал директор Калязинской художественной школы Михаил Стоячко, чьи работы отличаются особой теплотой и душевностью. Все-таки старый город, в нем есть душа. И точно так же в деревне есть своя душа. И самое главное, в этой душе есть русскость. Поэтому, ну вот, это мне ближе. Здесь художники несут радость. А что в доме у каждого человека должна быть? Радость. Так что поздравляю вас с радостной выставкой. Арт-прорыв ждет всех, кто хочет насладиться настоящим искусством. Выставка открыта с 12 по 28 февраля в городском музейно-выставочном центре.